Привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и это наше продолжение изучения принадлежности фреймов к различным классам. Ну, не классам, конечно, просто некой принадлежности фреймов. Да, я хочу попробовать на стали. Почему на стали недоступно? Дай стали, пожалуйста. На стали попробовать. Давай сначала попробуем захват ради интереса. Это так просто, это вне. Ну хотя, в принципе, и вы, но я просто ради прикола проверяю. Нам сначала все равно нужно докачать лимбо. Но это такая легкая. Нет. Отлично. На соло вообще-то я хочу это все дело проверить. Я хочу проверить просто приколы с лимба, так скажем. Возможно, это будет просто троллфрейм, блин, которым я буду просто играть над всеми. Смотри, мы, короче, выходим, у нас всегда максимум энергии. Максимум всегда. Мы спокойненько себе прёмся. А, единственное, то, что нельзя, конечно, нам прыгать, потому что нас тогда вынесут на здрасте вперед ногами. Мы находим чубрика нам нужного. И тут два варианта. Либо мы выскакиваем. А, мы не можем так сделать. Окей, то есть мы можем сделать только так. Вот так и... Подожди, к тебе неприменима эта фигня? Я вот боялся, что может быть такое, что к нему, короче, неприменима эта байда. Что, типа он не может быть убит этим. Ну ладно, хорошо, я понял, захват не наша тема. Окей, я и вот это имел в виду, что проверить просто технически, как это реализуемо. То есть выкинуть цель мы не можем применить. Ну, короче, я понял, на нем стоит такая же фигня, как на нулификаторе, мы не можем применить на нем способность. Все, я всёк, спасибо. Тогда теоретически зачистка должна нам зайти. Вероятно. Это не точно, конечно, но должна. Будет смешно, да, 20-м рангом лимбы, абсолютно не вкачанным, ты видел, каким количеством здоровья. Но мы не хотим ничего тут собирать. Меня интересует лишь одна штука. Что мы применяем на вас, вот этот скилл. Я спокойно вас разношу. А вы, типа, мне ничего сделать не можете, потому что вы находитесь, типа, в другом измерении. То есть вот таким вот образом, типа... А это честно вообще? Ну тебя мне вообще пофигу. То есть типа я кидаю на вас такую вот фигню и просто закидываю вас там всех. Накладываю тут кучу разреза на вас. На вас убивают разрез, вон там тики разреза его килают. Окей, и юзать я могу это только от этой стороны. То есть я могу только вот так вот делать. Ну что, тоже неплохо. Ну и просто мне вообще пофиг на стальной путь и стальной. Ну да, чуть-чуть они тут пытаются что-то типа меня убить. Но как они собираются меня убить, если типа мне пофиг? Энергия у меня не кончится, у меня вообще по барабану на энергию. Ну шар бы этот чуть побольше, тогда врагов больше влазило. А, она теперь со мной в одном измерении. Я понял, я тебя понял. Я вас понял. То есть мы если в одном измерении, то это кранты. Так, а она в одном измерении со мной сейчас, да? Потому что я ее переместил, типа. Нет, сейчас не в одном. А как они меня бьют? Потому что, типа, я не понял этого прикола. Допустим, ладно, хорошо, тогда я сейчас... Просто чтобы больше врагов, и мне было понятнее. Мы сейчас пойдем на то же выживание, где мы вольтом стали.
И попробуем там, типа, встать. А, наверное, я слишком близко к барьеру подошел. Меня просто выкинуло. Мне почему-то так кажется. Давай на остальном пути. Я просто здесь, потому что там этот удобный балкончик, на который никто подобраться не может толком. И как бы, типа, я просто буду вызывать туда шар к стенке, и всех спокойно, типа, якобы, по идее, должно раскидывать. То есть, ну, сейчас я покажу. Смотри, мы типа выходим в этот. И вот так вот стоим, и по идее, мы куда-нибудь вот туда вот это все дело призываем, типа вот туда. И спокойно вот тут их все выносим. То есть они же мне ничего сделать не могут, в теории, да? Ну разве что оружие нужно эффективнее. То есть вот, допустим, я вызываю сюда эту байду. И спокойненько там, типа, всех выношу. Ну, так что оружие нужно. Ой, а чё, как я вышел-то в измерение? А каким образом они меня бьют? А, нет, они не бьют. Я тебя понял. Можно я как-нибудь... Так, это работает, но работает как-то по-своему. Я выскакиваю в измерение. Во-первых, нужно восстановление здоровья, потому что, типа, оно так не работает. Я не понял, куда я просто вызвал эту штуку. Еще раз, я немножко не всекаю, как это работает. Я вышел в другое измерение. Я не вышел. Вот я вышел, да? Да. Теперь я куда-нибудь вот сюда вызываю эту байду. А, и они могут пробить меня с этой штуки. Не понял, как это работает. Мы с ними в одном измерении, типа. Короче, как-то это очень странно работает. Это работает, но странно. Очень необычно как-то это работает. Ну, значит, он применим только для обороны. То есть мы ставим вот это вот... этот кружочек на... типа... А, в соло, нет, спасибо, я в соло не пойду. Мне же прокачаться надо, а не что-то там это. Это что он там себе придумал. Во-первых, во-вторых, надо поменять оружие какое-то, которое на другое взять. Блин, я думал, он супер неуязвимый, а он не супер неуязвимый. Но в теории он может быть супер неуязвимым. Есть там одна байда, с которой можно... Но опять же, это с Иварой. Я все жду, когда я Ивару соберу обычную. Для того, чтобы ее, соответственно, там классно качать. Разве он не освоен? Странно, мне казалось, он освоен. Ничего нет, что можно вкачать? Ничего. 29-го брать не буду, она весь опыт просто съест бесполезно и все. Что-нибудь около нулевого ранга, пожалуйста. Право, отлично. Ну и все, будем копировать под внешний вид прайма, поэтому... Я бы сказал, что даже цветовая гамма лимба не очень-то и плоха в целом. Ну, стандартная. Так, публично и... Резня имбдинда сутилище. Фамима Сабас. Троллдейп. Ем классно троллить. Ну, в теории, ладно, можно, короче, но это бесполезно. Я-то думаю, что он перемещается, если этот шар, то... А, ну мы в одном измерении. Они переходят в мое измерение, мы друг друга видим, они меня крывают. Понятно. Тогда каким образом это применимо? Никаким, по-моему. Кто у нас здесь? Мираж Гаусгара. Ну разве что Мираж будет всех убивать.
Это как-то должно классно работать. Мы типа как-то должны меняться измерениями, может, при переходе. Погоди-ка, это точно должно как-то классно работать. Это однозначно должно как-то классно работать. Да, у меня хпшки сняли, молодцы. Ну, во-первых, я бы не восстановление энергии, восстановление жизни взял, пока в измерении, типа, гуляешь, восстанавливаешься. Так, просто прикол. Так. Все, типа, гуляют. Какой скилл применим из измерения? То есть вот так. И получается, если я вызываю вот это измерение, а потом резко его закрываю. Вот через взрыв это фигня. Типа это абсолютный нонсенс. Не знаю даже. Я думал, что это как-то должно по-другому играться. Типа то, что Лимба может троллить знатно всех. А через вот эту штуку он не потроллит никак никого. Да-да-да, давайте меня оттолкнем. Блин, считаю, что дробовик, он так классно можно просто зарядить. Типа он очень накапливает количество урона. И я бы хотел бы его собрать прайм версию. Ну хотя мы все соберем оружки, что это парится-то. Ну ладно, есть одна тема, что можно всех вырубать, короче, этим. Лимбы быть, короче, вне измерения и просто вот так вот делать. Типа даже если у тебя грохнут оператор, то ты по идее переместишься в лимбы в том измерении, которое тебя никто не может ударить. Стреляй мне. Давай, убей меня. Добейте меня уже. Давай. И я в том измерении. То есть мне пофиг, я могу 10 раз выходить оператором. Да, у меня до сих пор огонь. Так, один зашел. Второй зашел. Ну погнали, ладно. Так и быть, так и быть. Не скажем, что супер, конечно, интересно эти разрывы. Все пораны, блин, на этот. Да. Прикинь, просто без модов, без ничего он выносит. Спокойно. 30 уровень. Реально, мне, по-моему, вообще у меня ни одного мода не стоит. То есть это же Орма. Ну да, чисто если вот прям угорать, заходить таким образом. Лимбо, лимбо, прайм лимбо. А, единственное, я же опыт получаю за оператора, блин, нафига это сделать. Короче, я понял, единственный способ лимбо, типа, полу быть бессмертным, это менять, короче, скилл первый на... Посмотри, схема такая. Когда пойдем, если пойдем за обычный мираж, за обычный мираж идти. Надо, короче, идти за обычный мираж. Мне очень нужна мираж, потому что мне у всех не хватает пила мираж на исчезновение. Ну, условно, все достаточно быстро и просто делается. Мы просто под себя стреляем, короче, стрелой невидимости, учитывая то, что у нас, как бы, как сказать... Учитывая то, что у нас там энергия в том измерении просто же бесконечная, она же восполняется там вообще с нереальной какой-то скоростью. То как бы нам вообще по барабану что происходит. А в теории я знаю, как классно можно совмещать. Короче, лимбы, ладно, лимбы с определенными скиллами может прикольно играться. Можем, например, поставить отражение буконга обычного в лимбо. И смотри, мы, получается, делаем так. Стоим, собираем вокруг себя толпу. Нажимаем, короче, применить вот этот шар на огромный радиус. И тут же делаем отражение. Всех киллаем и шар снимаем. Таким образом, типа, мы вне скилла будем бессмертными. Или проще мы даже, мы делаем типа так, мы ставим вот этот шар,
И, короче, прям заходим в него с отражением, всех убиваем, а потом просто из него выходим, и все. И эффективно, и классно. Пора каркас, спасибо. А у меня его не было? А, я снова без меления, здравствуйте. Че, там все зашли? Ну ладно, погнали. Интересно, да, действительно, насколько много будет энергии. Отражением, да, было бы классно. Значит, нам нужен обычный Вуконг, чтобы скормить его Гельминту. Да. Это уже стоит того, чтобы заняться этим делом. Ну, то есть, я говорю, что, типа, сразу определяются цели, которые интересны для того, чтобы получить что-то дальше. Но сам по себе Лимба, да, только оборона, наверное. Я думаю, что кроме обороны он ничего не сможет толком. Потому что шпионаж ничего нам не даст. Тем более на шпионаж там нужно специальные аугменты иметь для того, чтобы проходить сквозь всякие лазеры и ловушки, и не быть замеченным. Вот. Хотя все равно, скорее всего, на нас подойдут, ну типа нас сразу заметят и нам сразу вызовут пору, которая нас убьет. То есть в этом плане все бесполезно. Единственное, что есть смысл, это Мираж ставить скилл на Лимбо для того, чтобы он невидимость мог кастовать. Зачем невидимость еще подать? Просто типа, я думал так, что можно сделать, типа он уходит в другое измерение. Ну, условно говоря, ты ушел в другое измерение. Ты сам под себя кастанул невидимость, а потом кастанул типа на них вот эту вот фигню. И спокойно их расстреливаешь. То есть абсолютно по барабану, что там происходит вообще с ними, где они находятся. Ты просто их расстреливаешь. Ну, типа вот как вот эта вот фигня. Ты издалека не палишь, всех раскидываешь. Но, если брать отрицание Вуконга, то, наверное, это удобнее. Потому что ты стоишь прям здесь. Вот прям так. Тут же, в принципе... А интересно, как это работает в плане... Да, отрицание. Знаешь почему? Это будет имба, он будет бессмертный. Ты жмякаешь отрицание, как скилл, и выходишь тут же, делаешь отрицание, и тут же заходишь. Даже не нужен тот скилл, который, типа, вызывает всю эту байду. Интересно, какой от Лимба скилл приходит? Если от Лимба приходит, ну не пассивка точно. А сам на себя не скастуешь исчезновение. Типа, я любого из них могу перевести в другое измерение, в теории. Нажать прямо на них скиллом, первым скиллом и просто спокойненько выкинуть. Не, мы дальше не пойдем. Вот. И, соответственно, выкинуть. Нет, нужно и отрицание, и вара нужна с этой невидимостью. Я насчет Гельминта парюсь, просто потому что, типа, как сказать, мне интересно доработать спреймов для того, чтобы они стали рабочими. Конечно, насколько быстро у меня восстанавливается энергия в этом измерении. Просто как бы не получилось, что с отрицанием это будет мистер Имба 2000. Выносящая все и вся просто на ура. Неважно, какого оно уровня, потому что урон проходит мне. Будет еще смешно, если этот скилл вообще работает вне этого. Вне измерения. То есть, например, типа, жмякую отрицание, находясь в другом измерении, оно все равно собирает урон, потому что урон-то они мне якобы наносят, просто я в другом измерении. И бить будет уроном, который они нанесли в том измерении. И просто можно будет стоять это по отрицаниям всех выкидывать. Так, а что мне нужно на Вуконга? Интересно, мне стало очень интересно, что с этим лимбасиком можно сделать. Так. Как там попасть мне в... Лаборатория Тенно Додзи. Не, популярного не надо, мне надо моё Додзи. И мне нужно узнать, что мне нужно на Вуконга, чтобы получить его обычного. Но выкидывать чуваков в другое измерение бесполезная фича, мне кажется. А на Вуконга там что-то анрильное нужно на самого, да? Пластида 9000, а у меня 3000 в наличии. Ну давай, давай пойдем за пластидами. Значит, мы пойдем за пластидами. Сколько там еще 3 дня? Ну, это все 3 дня, да, будем чем-нибудь заниматься. Окей, окей, значит, пластиды так пластиды. Так, отсюда мы выходим. Еще нам и варку бы обычную получить, тоже бы.
И посмотреть, что от Лимба получается за скилл при Гельминте. Еще маска Ревенанта надо заняться, нам нужно Ревенанта тоже получить. Но к этому мы подойдем еще, так. Да. И смысл, типа, если ты с другого фрейма это делаешь, ты выкидываешь из своей реальности, и чё, они через какое-то время... А, длительность 25 секунд. Ну нет, это бессмысленно. Так, окей, значит, рёв понятно. Всё, я тебя понял, значит, нам нужны... Что там нам нужно? Я забыл, что нам нужно было. Ну офигенно, просто память к рыбке. А всё потому, что я отвлекаюсь. Сейчас, извини за повтор, можешь прокрутить вперед. Но мне нужно посмотреть, что нам нужно. Пластиды, по-моему, вроде пластиды. В Unbelievable. Количестве в районе 9000, но не 9, но 6. Да какая Оракин? Не нужна Оракин, не нужна... Тенно, лаборатори, тенно. Так, банши понятно. Где Зефир? Тут у нас тоже весь исследован, что ли? Пластиды, 9000 пластидов. Ну окей, окей, я тебя понял. 9000, 9 кусков пластидов. Пластиды, пластиды, пластиды. Давай посмотрим, где пластиды у нас есть. Лавы, образец Фридрона. Плюто. Пластиды. А на Ириде, например, пластидов нету. Пластиды на нас подали нейроды. Наверное, скорее всего, надо идти на какую-нибудь Забалу или Акад. Ну, давай на Забалу пойдем. Пойдем на Забалу, возьмем какую-нибудь... Я даже не знаю, ну, какая звездная карта. Вернись, пожалуйста. Попробуем, короче, взять Вольта, например. Вольтушек, иди сюда. Нам без разницы, какое оружие. Ну, пускай будет бубоника, ну зачем она там нужна? Да, давай так, без разницы. И, конечно же, Эрида. Есть отряд, отрядов нет. А Кат что, подожди. На Кате тоже отрядов нет, есть. Давай пойдем попробуем там. Просто интересно еще, сколько будет пластидов зарабатываться, но я не уверен, что это будет быстро. Очень не уверен, что это будет быстро. Я слишком не уверен, что будет это быстро. Нет, я думаю, что это не будет так быстро, как я рассчитывал на это. Ну, разве что стоять достаточное количество волн. Не, есть пластиды, но не так прям, чтобы хотелось бы быстро. 40 пластидов и нейрода, да ладно, это просто халява, уровня бог. А вот с пластидами надо идти, скорее всего, короче, на этот. На сталь. Потому что там увеличенное количество выпадания ресурсов, а на стали я не могу пойти, потому что я еще недостаточно силен для стали. Но на споры пластиды. Реально 40 пластидов и выгорает надо мной. Это же даже не серьезно. Отвяньте. Собирайтесь все возле центральной площади. Так, еще пластиды. Блинский, ну пластиды будет очень долго копиться. В идеале пройти до раскопки, чтобы копить еще одновременно и криотик. А есть ли раскопки на этом? С зараженными?
Было бы неплохо. Но это идеальная оборона в том плане, что, видишь, они стоят все близко, и тут вообще париться не о чем. Типа, они раскидываются только так. Единственное, что ресы не собрать, конечно, это косяк. Но в теории я на всю карту должен дотягиваться своим скиллом. Если, конечно, я с правильным набором модов пошел. То есть даже если они будут собраться возле криокамеры, в теории они не должны даже мочь до нее добраться. Пластида 130. Это сколько? За 2 минуты? То есть, грубо говоря, сотка на 2 минуты. 6 тысяч, это значит сколько? На 60 умноженное. То есть где-то 4 часа это все дело копить. Ну такое. Что такое несерьезное? А, это ты, блин, всем помогаешь. Не жмись, поделись. Пор. Да, надо, короче, их сюда вытаскивать, потому что я не хочу по всей карте собирать. Ладно, давай тогда ждать их здесь. Ну, ладно. Пластиды, значит, нам собирают. Ого, как долго. Вот когда мне роды не нужны, они собираются. Когда они нужны, они не собираются. Это смешно. Ладно, я понял. Нам нужно фармить, нужно выфармливать. Тогда, в принципе, я думаю, что просто проще будет сделать так, что лимбо мы отложим, мы просто пойдем другого прайма обзорить. Например, того же Вабана. Вабан, кстати, прикольный. Что ж, спасибо за просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.